где я очутился. Ты очутился в моем доме. Теперь ты должен своим... Я тебя спас, и теперь ты должен своим ребятам показать топ-3 оружия на модах, да. Ой, не так, извиняюсь. Топ-3 мода на огнестрельное оружие. Хорошо, ладно. Кухня в другой стороне, если что, наверное, я не знаю. Так. Итак, друзья. Всем привет. С вами Сержант Лайт. И я вам покажу топ-3 мода на огнестрельное оружие. Погнали. Выход у нас тут, надеюсь, да? Нет, не тут. Ну да, тут. Все, мы идем в лес, и там я вам покажу топ-3 мода на оружие. Первый мод. Мистер Крайфиш Ган мод. Добавляет несколько видов оружия огнестрельных. Это автомат, базуку, гранатомет, пистолет-пулемет и пистолет. Они стреляют по-разному. И с разной задержкой. Вы уже видите, как я стреляю и ломаю карту. Ладно. Вот так вот. Так, ну... Для этого оружия есть специальный стол, чтобы крафтить его и крафтить на него обвесы, которые можно на них обвесить. Второй мод. Modern Warfare 2.0. Дальше название не помню. Тут находится много разного оружия и также из других игр. Противогаз. Переходим к следующему моду. Tech Guns. Самый популярный мод. Thank you.
Ну что ж, дорогие друзья, ну а на этом наше видео подходит к концу. Если вам понравилось это видео, извините, я немного не привык так говорить. Извините еще за лаги. Вот такое вот видео получилось. Тем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Ну а с вами был Сержант Лайт. Всем удачи, всем адьос.